Лето – самый подходящий сезон для дворового футбола. В каждом микрорайоне города мальчишки собирают команды и гоняют мяч, забивают голы. Помериться силами им помогают турниры, которые организуются в Буе. Один из таких входит в спартакиаду органов территориального общественного самоуправления. В этом году младшие футбольные команды уже отыграли. Настало время более старших футболистов. Их и решено было собрать на соревнования. 5 августа турнир состоялся между 4 командами. Каждый футбольный матч состоял из 2 таймов по 10 минут с перерывом. Поле меньше, чем в большом футболе, количество игроков меньше. На поле у нас играет 5 игроков, 1 вратарь, всего 6 игроков. Собирают ли зрители вот такие вот игры? К сожалению, в этом году из-за пандемии мы не можем приглашать большое количество зрителей и большое количество участников, поэтому ограничимся только 50 человеками. На этот раз к юношам присоединились и девушки, которых объединяет любовь к спорту, ведь они все воспитанницы спортивной школы «Спартак», отделения легкой атлетики и лыжных гонок. Программу в этом году мы немножко изменили. Если в прошлый год у нас было ГТО, дворовый футбол и настольный теннис, в этом году вместо ГТО мы решили провести игру по станциям. В этом году у нас участвуют 4 ТОСа. Это 8-й, 27-й, 21-й и 20-й ТОС. У нас уже прошло 2 вида программы. Это настольный теннис и дворовый футбол. Но по младшему возрасту. Сегодня у нас по просьбам мы еще больше расширили нашу программу. Старший возраст. Дети до 15 лет играют. Председатели ТОСов проводят работу в своих дворах и ищут команды на каждый вид. Мы объявления даем не только в ТОС, и еще в социальных сетях и на стадионах размещены объявления. И команда воспитанниц отделения легкой атлетики решила попробовать свои силы и в футболе. В ходе упорной борьбы места распределились следующим образом. Золото у ТОС номер 27, серебро у ТОСа номер 20, бронза у мальчишек из ТОСа номер 8. 1-0, мы победили, мы очень рады, очень потная борьба была. Вот, достойный соперник. Могли, конечно, больше забить, но так случилось. Скажи, что у вас за ТОС, где вы живете, где вы тренируетесь? Мы ТОС 27, это за рекой Костромой. Тренируемся мы на 5-й школе, построили коробку, да, можно так назвать. Вот. Нам директор разрешил, отвел нам время, мы туда ходим, тренируемся. И тут же еще были до этого, кроме взрослых, маленькие играли, да? Вот. Мы тоже свою же команду привели, сыграли, и нам рассказали, что вот будет старший турнир. Мы еще в настольном теннисе поиграли. Отличная погода, главное, что радует, а то обычно, когда приходили вот раньше, дождь, мрачно, все было. А сейчас все хорошо. Прекрасно. Также были награждены лучшие игроки в составе команд: Александр Кудрявцев, Алексей Хазов, Даниил Малков, Иван Грушин. 8 августа пройдут заключительные мероприятия летней спартакиады ТОСов.